адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я все равно наполовину русская, наполовину молдаванка, это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. И как бы через 6 месяцев меня уже люди принимали за свою.